Сегодня у нас 21 мая 2017 года. Пришел к нам брат Иосиф Устинов и говорит, чтобы мы подошли с видеокамерой сюда. Мир тебе, Кирилл. Вот, врезался. Благо, что людей не было, ни ребятишек, никого. Так он и выпал оттуда. Валялся здесь. Зря она лежит, мою ограду сохранила. Позвони через Лену, чтобы она доедет. Надо Лене позвонить. Телефон есть? У меня Лене нет. А Игорь есть? А Игорь не берет. У него без номера, безо всего даже. Так. Самодельный. Все скорости. Ты тебе прямо? Не, мы там стояли. Как плоть это остановило. Да. Да, Игорь, это Кирилл звонил. Че, батюшка, поди есть? Да. Вот ехать туда на перекресток, где дед Павел. Здесь скорченный мужик на тракторе. Вообще пьяный в ноль. Врезался в дрова, благо, что никуда ни в дом, ни в постройке не врезался. Здесь просто подошли, что делать-то. Что скинулся этот плечок, да. Подойди, что, подойди. Ну а куда отправить? Аккумулятор там. Включи, давай сюда, не надо. Вы уже не выйдете тут уже все. На том сейчас. Хочешь не хочешь, не выйдешь отсюда. Все, никуда не выйдет. Все, все. Все, ребят. Все, кури здесь. Отдыхай. Отдыхай, дед, да. Корми комаров нас. Корми. Батюшка, я здесь. Ой. Ну здесь вот где тракторист этот. Где? Слушай, ему может что-то помощь надо? Он вылетел, наверное, да? Да, снимаем. Да, он вылетел с трактора. Рубанулся так, как кувырком. А об чем? Да, об дерево. Об дерево. Да нет, нормально. Ой, ничего себе так. Пробил он, пробился. Надо обработать. Да. Выйдет в милицию, пусть она его обрабатывает. Зачем? Кто его обрабатывает будет? Сильными вас обрабатывать сейчас ФСБ будет. Да. Я честно говорю. Дона. Дон. Дон. Доночка миленькая, пригони сюда, вот сюда вот пригони, вот я на стою в такой улице, это. Пригони ко мне вот сюда, вот тут у меня, как тебе сказать, филины пистоголовые. Пригони, Дона, Дон. Доночка, пригони сюда, а? Да нормально, Дон, нормально это. Дон, нормально. Ну все, а вот эти, Донов. Донов,
гонишь. Иначе, значит, попросил помолиться за того священника. Ты ему этому подполковнику скажи нахуй. Там с каким-то священником не шли, мы с хулиганами напали. Слышь? Подполковнику скажи, что они на меня напали, нахуй, ебаный брат. Я тебе как сказал? Подполковнику скажи, что они на меня напали. И все, и сейчас они все нахуй разбегутся. Сколько там заряд у нас? И они сейчас не все видно. Убьют. Брат. Сейчас они все убегут. Сейчас куртку один. Знаете, он вообще не умеет. На всей скорости летел, аж вылетел из трактора. Да, так. А куда ты ехал-то? Куда ехал-то? Куда ехал, спрашиваю? Я? Да. К вам. Зачем? Какое дело? Ну говори, с тобой разговариваю, да что ты молчишь? Откуда ехал-то? Дал Скорчина. Да из дому еду. Ну из дому-то откуда? С Катникова или Скорчина? Фамилия-то как твоя? А? Скорчен он. Так, кто участковый надо позвонить? Где? Номер. У кого участковый есть? Сейчас Игорь позвонит. А вот он, вот он. Дед Игнатий. Или в район позвонить. А дед Игнатий. Ты кто такой будешь-то? Дед Игнатий. Игорь, у тебя есть участковый номер, нет? Есть. Ну вызвать надо. Что будем делать? Не выживай коробку здесь нашу держать. А что, он не выйдет отсюда? Это Николай поваряет. Зачем он нужен? Он на всей скорости сюда врубился, упал, вон башку как себе разбил. Были бы дети, вот он бы шевел, вообще упал еще золото. Как он за борт там вон, прикинь, он со всей скорости летел сюда, как он туда. Зачем он садись ехал? Если вы знаете, что я какой-то. Он уже не выйдет, он все выломил, наверное, все. Наверное, завернулось только и все. Не, вытащить. Просто развернулось вроде. Вытащить его. Да. На Белоруссии сейчас подъехать, вытащить, только сейчас завести и отправить его, пускай потихоньку. Да, едет никуда, он ничего не может делать, смотри. Он не заведет. Он уже едет куда-то. Куда он заедет? За это зацепить за телегу, сейчас его вытащить туда. Потому что оформлять надо. Да, они сидят, знаешь, они специалисты, он вслепую доедет. Вслепую доедет. Так, ничего. Ты приехал-то сюда, непонятно, с телеги. А, это ладно. Держи. Майки. Ты. У меня вот здесь. Да, Игорь, не трожь. Че, у него аккумулятор с хлеба слетел. Да, нет, слетел. Не трожь. Ну, зачем? Ну, зачем? Зачем? У меня вон домой мать лежит, нахуй, моя родная. Ты-то зачем здесь сюда приехал? К матери, ну и чё вам? Матери тут нету с твоей. Ничего. На кладбище есть. И чё вам? А, на кладбище. Да, ну чё, Кирилл, ну кинь, пускай уезжай, проводите. Балки, пальцы, жен. Ну и сейчас, ну кого-то задают потом. Кого же, никого не задают. А что, милицию позвонить или что? Это долго. Давай, давай.
не каждый день. Давай, на ту день. Почему? Мы стоим сами на петлише, где мы стоим. Да. Ну хотим, может, ну, ничего не делаем. Тут поставь. Подожди, куда он? Куда он мочит? Он сейчас отсюда, он сюда. Что ты снял, Лавка? Чего? Оденьте аккумулятор. Я домой поехал. Оденьте аккумулятор, я домой поехал. Аккумулятор одень, я домой поехал. Так вот, да. Тебе аккумулятор одень, я домой поехал. Сейчас мы поедем. У него там навигация, GPS. Камикадзе. Со скоростью ракеты. Так а эти сани с собой волокет? Да, да. Телега. Ну что делать? Сейчас у нас еще обесточит, вообще будет. Так а вы не говорили, выйди из кабины поговорить. Да тут говорит вообще никакой. О чем говорить-то? Он выпал оттуда, вылетел из трактора. Из трактора? Так молодой, пожилой? Да мужик сам. Пожилой. Ой, ладно, все, поехал, то я могу потерять на работу. Давай, с Богом. Езжай за ним, как раз поедешь. Да, ну. Сейчас я на второй, залезу, посмотрю.
на Волге. Это Кирилл. Да кто-то у нас на Волге. Кирилл, Кириллу Волгу дали. Да прижали. Барабашев, конечно, специалист. Сразу определил, как поступить. Это такие специалисты, он так доедет. Смех и грех один. Ага. На самом деле.